Урок мужества для школьников Самарской публичной библиотеки начался с демонстрации фрагментов военной хроники. В день, когда 80 лет назад завершилась Сталинградская битва, детям рассказывают о важных моментах самого грандиозного сражения Великой Отечественной войны. Мы стараемся им дать какую-то новую информацию, то, что они не знали, то, что они, возможно, еще не проходили на уроках истории. Мы стараемся наше мероприятие сопровождать какими-то видеохрониками, какими-то редкими фотографиями, заинтересовать их, чтобы у них и дальше возникла потребность, интерес, чтобы дальше продолжать изучать эту тему. Уроки мужества для школьников Самары идут сегодня весь день. На одном из них девочка рассказала сотрудникам библиотеки о традиции ее семьи. Дедушка школьницы был защитником Сталинграда. Он научил ее печь хлеб, который делали в городе во время войны. Школьники с удовольствием слушают лекторов. Некоторые из них бывали в Волгограде. Так теперь называется Сталинград. Я проезжала мимо родины мать. Это очень большой памятник, он мне очень понравился. Она очень красивая, очень большая. Там, где стоял этот памятник, проходила война. Некоторые из тех, кто присутствовал сегодня на уроке мужества, еще не проходили на уроках историю Сталинградской битвы. Сегодня дети узнали многое из того, что не написано в учебниках. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События.